Мы пришли в базар Абу Сахи. А, Биг Бараке, оказывается, извините. Это жесть. А, еще и надо успевать заснимать что-то. Костюм из уроки, а ну пока, да, она вас уроки. Я размерю. Помогает. Почему бы нет? Мы пришли домой. Мы так хотели кушать, что купили бургер, хот-дог, фанту. Здесь вот фанта. И купили очень-очень интересные вещи, которые я сейчас вам покажу. Вот такой вот ящик купили для меня, для моей нижней белья, чтобы я складывала свои вещи. Также купили для, ну, на подарок. Вот такой вот пижаму. Кстати, производство Узбекистан. Классно, она мне самой понравилась. Я бы тоже хотела бы купить ее. Это мне пижама, да, спасибо? Этот человек забирает. У нее тут спор идет. Кому это было? И никому. Вот. Сестра себе купила вот такой вот плащ. Вот такой вот плащ. Мне очень сильно она понравилась. Французского стиля. Мы еще купили маску для волос имбирный, корейский шампунь. Кто-то как услышал, что мы покупаем, она вот приходит, что интересно, сразу забирает. Все. Это мне, да? Спасибо, до свидания. Иби? Забыла, где твоя комната?
Купили две вот такие колготки. Кстати, они так же стоят, как и раньше. 4 лимончика купили. Реклама лимона. И все. И все. 3 часа, грубо говоря, мы потратили только для того, чтобы вот это все покупать. И вот сейчас сестра одевает плащ. Один плащ? Нет, не показывает. Наши бургеры. Хот-дог. Вот так вот. Ванточка. Тут арбуз нас ждет. Вот такой вот у нас обед будет.